О, это дело! Давай, Артём, строгнем! Ух, хорошо пошла! Ай, вообще хорошо здесь, но дома лучше. Знаешь, мне по всему метро лазать приходится. Ну и наслушаешься всякого про красную линию. Дескать, неплохо у нас, и жрать нечего, и расстреливают всех подряд почем зря, и анекдот не рассказать сразу вяжут, и строим все ходим. Стоп, давай-ка еще по одной. Давай, Артём. Так вот, ну да, у нас строго. Да, без бардака. Одна партия, один руководитель. Ну да, идеология там, все дела. Ну что, порядок зато. У всех еды одинаково, нет богачей и нищих. Сколько надо для жизни, столько и получаешь. Да еще по одной. Ну, за равенство. Давай, Артём. А, о чем это? Да. Ты посмотри, как окраинные станции живут. Жрут друг друга, детей своих в рабство продают. Где-то каменный век уже начался. Если человека самому себе предоставить, он до зверя в два счета скатится. Нужен порядок, нужен. В это и верю. Сдохнем мы в метро без порядка. Перегрызем друг другу глотки и вся недолго. Так что ты как хочешь, а я красный. Красным и попробуем. Так что давай, за порядок. Давай, Артём, давай! До дна, до дна! Ну вот и хорошо. Не серчай, Артём. Работа у меня такая, красную линию защищать. А ты, мушкетёр, сейчас по чужую сторону баррикад. Бойцы, оформите товарища. Есть, товарищ майор. Слушаюсь.